О, посмотри, я змей Шин Соник, вау, прикольно. А, нет, что это за упоротый Шин Соник или Саник, как его назвать? А это Шин Соник Тейпс, который объелся, и смотри, как его расперло во все стороны. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Джоза, и сегодня мы с вами будем искать новые морфы на Соник Шин Тейпс. Смотрите, сколько есть морф прикольных. И я уже первый вижу. Вот у нас первый морф. Шин Саник называется. Но это, наверное, обычный Соник. Да, давай посмотрим. Вот он. Ты посмотри. Что с ним произошло? Что с этим Соником не так? Что он трансформируется в акулу, по-моему. Здесь у нас еще Эми, хвосты, тень. Хорошо, ребят, погнали. Погнали искать следующий морф. Я могу как-то быстрее бежать. По-моему, бежать быстрее не могу. И пройти в эту дверь, наверное, я тоже не смогу в обычной такой форме. Поэтому давай открываем дверь и забегаем. Здесь мы видим сразу два морфа. И сразу смотрим. Шин Соник Экзе. А, круто. Смотри, о, Экзе форма у меня есть. Отлично, здесь у нас телевизор работает. Нет, не работает, но есть еще один морф, который мы можем получить. Толстый Шин Соник, вау. Толстый Шин Соник. О, да, ребята, обалдеть. Вот такой вот он у нас, смотри. Очень много и вкусно покушал Соник. Все, отлично. Этот морф у нас есть. Там где-нибудь, может, завалялся, еще, может, за деревьями где-то что-то лежит. Надо обязательно все посмотреть внимательно. Внимательно все, чтобы не проглядеть ничего. Вот здесь, по-моему, смотри. О, я вон там вот вижу, смотри, там есть какие-то морфы, которые можно получить. Ну ладно, давай заходим сюда. Здесь какой-то разрушенный дом. В этом разрушенном доме у нас есть какой-то морф, который я не могу получить, потому что это премиумный морф, и он стоит робуксы. Хорошо. Зато мы это теперь знаем, что это премиумный морф. Ладненько, идем дальше. У нас здесь есть... О, смотри, там есть секретный какой-то морф, я нашел. Так, заходим сюда. Здесь у нас ничего нет. Есть какой-то гем. Так, ну-ка, давай-ка сбросим. Во, вот так вот сбросили. Может, здесь есть какая-то секретная комната. Может, в окно можно запрыгнуть. Может, телевизор? Нет. А для чего тогда у нас здесь есть эта комната? Непонятно, непонятненько. Ну ладно, и сюда тоже я попасть не могу. Странно, пустая у нас здесь комната. Для чего? Неизвестно. Есть какая-то у нас тут штука, смотри, светится. Не знаю, что это такое. Ну ладно, пойдем вон тот морф возьмем. Вот здесь есть какой-то морф с языком. Смотри. Так, ну-ка берем. И кто это такой? Это у нас Лего Шин. Вау, ничего себе, Лего Шин. Жесть, обалдеть, реально Лего. Ну хорошо, Лего мы получили. И здесь у нас, пожалуйста. Спасибо. Заходим, у нас здесь есть, смотри, морф еще один. Здесь какие-то эксперименты проводили. Спрунни Соник. А что это здесь? Соник потек. Смотри, реально. Обалдеть. Ну ладно, давай трансформируемся теперь в него. Спрунг, вон он такой. Бэм, бэм, бэм. О, ничего себе, смотри, куда там забрать. Я тоже хочу, могу тоже туда забраться. Есть ли в этом какой-то смысл, ребят? По-моему, в этом никакого смысла нет. Так, но зато мы сюда запрыгнули. Можем вот туда посмотреть, там что есть. Вот тут есть у нас, по-моему, все морфы, которые доступны, да? Так, немножечко жульничаем. Так, так, так. Ну вон, смотри, реально, здесь все морфы. Но до туда я точно не допрыгну. Так что надо будет искать. Надо будет искать. А что у нас здесь в магазине? А, вот у нас три морфа в магазине есть. Шин Соник Еженец. Три головы. Соник Младенцы. Угу. И награда у нас здесь есть. Вступите в группу, поставьте лайк. И можно качка Соника получить. Интересно, интересно, интересно. А здесь в голове этого Соника нет ничего? Нет, здесь нет ничего. Ну ладно, это просто статуя. Хорошо, погнали дальше. У нас здесь есть большущий город, в котором тоже есть морфы. Ну вот я вижу... А, кстати, я еще один дом пропустил, по-моему, вот этот. А там тоже есть морф. Я запомню это, и мы его обязательно заберем. Заходим сюда. Здесь у нас дом Эми. Правильно? Правильно. Шин Эми. Круто. Трансформируемся. Бэмч. Вот такой у нас есть морф. И все. Ну, вроде да. Вроде в этом доме больше ничего нет. Вон, смотри, там вдалеке какая-то Годзилла.
Годзилла Соник лезет на дом, пожирает его. Так, забираем еще морф. Есть. И это у нас... Руж. Так, во, вот такой вот морф. Без анимации, да? На анимации бег почему-то нет. Забыли завести. Но здесь зато есть, смотри, еще. И это у нас... Shadow. Шин Shadow. Круто. Вот, он хотя бы у нас бегает. Отлично. Есть, хорошо. Так, здесь у нас есть что-то скрытое? Нет? Нет. Хорошо, ищем морфы. Должны найти все морфы запрятанные. Так, вот здесь что-то есть. Так, а, это трехголовый, да, донатский? Да, не могу взять, это премиумный. Премиумный морф. Ладно, залетаем сюда. Могу зайти? Нет, не могу. Но здесь есть еще один морф, я вижу. Вот он. Вот он, этот морф. Давай, бэмч. И это... О, это змея. Вау, круто, смотри. Шин Соник змей. Прикольно, прикольно. Так, а здесь что у нас? Полицейский участок. Нет Саника. Так, но я не могу туда змею заползти, я слишком большой, поэтому мы забегаем вот так. Здесь есть морф, и это у нас премиумный морф почему-то. Я не знаю почему. Здесь у нас есть Наклз за решеткой и Шэдоу за решеткой сидят. Понятно, здесь, видимо, был только премиумный морф. Хорошо, идем дальше. А, вон там наверху что-то есть. Надо, короче, забраться на самую вершину, и там мы с тобой что-то найдем. Так, давай, запрыгиваем. Бэм, бэм, бэм. Давай, давай, давай. Вперед, 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 вперед. Так, поднимаемся на вершину этого дома. Может быть, отсюда мы еще что-нибудь увидим интересное. Так, я забрался сюда. И здесь у нас есть морф. Шин Соник, девушка. О, ничего себе. О, смотри, какой. Прикол. Вот такой вот у нас есть морф. Так, вон туда, наверное, я не допрыгну. Да, туда я не допрыгиваю. И никаких морфов сверху я не увидел. Может быть, сюда можно, кстати, зайти? Давай попробуем. Давай попробуем сюда забраться. Так, нет, сюда не пускать. Значит, нам тогда дальше идти в следующую локацию. Какие у нас еще морфы не найдены? Так, этот донатский, супер. Этот донатский. Саник, супер. А, Шин Соник. А, Спруни Шин Соник. Подожди, у меня же есть. Да, а что это тогда? А, я не знаю. Так, у нас еще еженец есть, тоже донатские, но еще есть морфы. Так, ладно, идем сюда, будем здесь теперь морфы искать. Здесь у нас морфы. Так, вот я уже вижу один морф. Там еще ключ требуется. О, ключ, смотри. Есть ключ, давай забираем ключ. Ключ у меня есть. Так, а еще есть подсказки, да, на морфы? А, реально? Так, дорога, а это где? Находится в тюрьме? А, это донатский, все понял. Так, это руины, пещера, сверху, это неизвестно почему-то, я не знаю почему. Лего-лес, кровать, здесь нет подсказки, под водой, кладбище. А, ничего себе, смотри, есть кладбище, какой-то желтый дом. Так, где же у нас кладбище? А, стоп, на кладбище. Подожди, а я что, не брал его на кладбище? Мы же на кладбище заспавнились с тобой, разве нет? Ладно, сейчас посмотрим. Так, у нас здесь есть нёрд. Сюда я попасть не могу. Здесь у нас больше ничего нет. Так, Супер Соник. Вот, кстати, у нас вот такой Супер Соник. И нёрд есть вот такой вот. Прикольный. Прикольный. Так, и здесь я видел еще морф. Вот тут вот где-то. Оп, запрыгиваем сюда. Вот тут вот в пещере, кстати, пещера. Так, и у нас здесь кто это такой? А, вот, Спрунки Шин Соник. Вот он. Вот он. Чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун. Круто. Так, и у нас здесь остался последний морф. Вот тут вот под водой. И это у нас Саник. Да, ребята, это у нас Саник. Так, вот, и вот такой вот. Так, могу подняться? Да, он поднимается. Есть. Жесть, он упоротый. Так, ну давай тогда. А я могу сделать ресет? Если я сделаю ресет, я появлюсь ли на спавне? Так, сделай ресет. Давай, появляйся. Вот, он на кладбище написано. Где на кладбище? Здесь я не вижу. Так, я же правильно смотрю?
А, нет, это не на кладбище, это просто у нас вопросики. Так, тюрьма, пещера сверху. Так, кровать, под водой кладбище. Вот Шинсунь. А, это, наверное, и был этот самый первый. А тот неизвестно где. Где-то запрятан. Может быть, есть какие-то секретные места, ребята? Напишите в комментариях, если вы знаете. Ну а пока что у меня на сегодня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.